Праздничные выходные дают шанс не только поздравить милых дам с их праздником, но и сделать отдых максимально насыщенным. Прекрасным подарком может стать поход в театр. 9 и 10 марта в 6 вечера в Саровском драматическом театре всех ждут на водевиль «Так не бывает». В нем есть все необходимое для успеха. Легкость и живость, остроумие и милое кокетство вас ждет яркое, веселое, динамичное зрелище. И, конечно, счастливый финал. 11 марта в 19 часов начнется танго-шоу «Демон и ангел». Страсти, трепет, надежда и отчаяние, любовь и одиночество. Всеобразные эмоциональные оттенки танго в шоу знаменитого аргентинского танцовщика и хореографа Маркоса Аялы. Не пропустите! 9 марта в 6 часов вечера в Доме ученых начнется концерт камерной музыки «Моя прекрасная леди» в исполнении ансамбля «Классика энд джаз» из Москвы. Любите живую музыку? Тогда срочно приобретайте билеты. Если в качестве домашнего животного вы предпочитаете кошек, то вам дорога в Дом молодежи. Там 10 марта в 11 часов начнется выставка кошек «Мартовские коты». В программе выставки представление пород, шоу домашних кошек, конкурс костюмов «Весенний вернисаж», зрительское голосование на лучшую породистую и домашнюю кошку. Идти можно всей семьей, каждому там найдется занятие по душе. Каждую субботу в молодежный центр может отправляться тот, кто не мыслит своей жизни без салонных игр. 10 марта вновь соберутся желающие почувствовать себя настоящим мафиози или шерифом. Начало встречи в 20 часов. Не менее приятно провести время можно и в кинотеатре. При выборе билетов можно обратить свое внимание на фильм «Излом времени». В центре сюжета этого фантастического фильма находится история девочки Мэг, чей отец бесследно исчезает во время проведения одного из своих экспериментов. На его поиски Мэг отправляется в компанию с одноклассником и младшим кузеном, надеясь, что ее отец смог сделать настоящее открытие в путешествии по разным галактикам. Им предстоит пройти через путешествие во времени, знакомство со странными мирами и необыкновенными космическими существами. Еще один фильм – это очередной супергеройский экшен. 18-й фильм из киновселенной Marvel. На этот раз спасать мир от суперзлодеев будет «Черная пантера». Любите обилие спецэффектов и головокружительные схватки? Занимайте места в зрительном зале. И еще один фильм, достойный вашего внимания, «Я худею». Лента российского производства, в центре сюжета которой девушка Аня. У нее две главных любви – парень и еда, из-за которой они, собственно, и расстаются. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлеченного здоровым образом жизни добряка Коли, она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье. Зрительский рейтинг у фильма достаточно высок, так что стоит сходить и на него. Хотите приятно провести время, устроить романтический ужин или деловой обед, встретиться с друзьями и родными, поиграть в боулинг или бильярд? Вас ждут в клубе «Прайм». Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите праздничные выходные с пользой и хорошим настроением.